Всем привет! Сегодня вторая часть моей бродилки по лесу, по болоту. Сейчас я быстренько телепортируюсь на первую плотину, посмотрю, что там. Но, скорее всего, ее восстановили. Так что смотрите, кому интересно. Погода сегодня такая мрачная. Почти дождь идет. Так что камеру засунул в аквабокс. Как всегда, грабли мои помощницы, грабельки. Ну все, пошел. Ну вот, я добрался почти до первой плотины. Так что можете ставить ставки. Восстановили ее бобры или нет. Ну отсюда слышу звук воды. Даже непонятно. Я как бы думаю, что восстановили. Но, наверное, не до конца. Раз вода течет. Ну да. Ну, по-моему, дерево завалили. Вот это вот. Восстановили, уроды. Ну, видите? Ну, она такая слабенькая вообще. Сейчас 5 секунд. И нафиг. Сейчас только перчатки поменяю. Ну вот, все разобрали. Сейчас быстренько телепортируемся на вторую. А потом дойду до ангара. Все-таки сегодня. Ну вот, я и телепортировался уже ко второй плотине. Сейчас посмотрим, тут что, как они восстановили, нет. Ну да, естественно. Естественно. Вода не течет уже. Сапоги я заклеил. Так что можно смело фигарить по пояс в воде. Ну вот, видите, как они сделали заново, строители эти долбаные. Оба. Вот как-то так они сделали, ремонтники херовы. Ладно, сейчас чуть-чуть ту разберу. Как надоест, эту доберу до конца. И все. Ну вот, песка разобрал, сейчас бревно тащил здоровенное, запыхался аж. Чутка разобрал. Такие моменты я всегда мечтаю о двух вещах. О мощной взрывчатке или о большом экскаваторе. Или заложить взрывчатку, чтобы бахнуло. И это поток воды посмотреть, как потечет сразу. Или экскаватор, чтобы одним ковшом взял и посмотреть на ту же воду. Каким потоком она порвется сюда. Фу, жарко, капец. Опять сегодня спортом и занимаюсь.
Вон какую кучу вытащил уже за сегодня, за час, вернее. Ну вот осталось чуть-чуть. Ну как чуть-чуть? Две трети еще осталось. Вон уже пенка образовывается, прям как на море. Блин, какая-то она скользкая. Пена-то какая-то скользкая. Бобры, может, нассали тут. Ладно, закончил. Сейчас перекур у меня. Продолжу чуть-чуть. Все. Разобрал. Даже не то, что устал, а просто надоело. Захотел бросить. Но все-таки добил. Сейчас граблями чуть-чуть пройдусь еще. И пойду на ангар. Перчатки вот такие вот у меня специальные. Они, кстати, бензомаслостойкие. Для этого их и делаю, чтобы в масле копаться. Но мне главное, чтобы вот такие длинные были. По коряге доставать неудобно в коротких. О! Руками все-таки лучше всего. Граблями, лопатами это хорошо. Но руками отлично. Качественно. Ну вот, все. Здесь готово. И мне развлечение, и бобрам будет занятие. Они, конечно, его остановят, но не скоро. Такой объем и с таким напором воды будет сложновато. Так, сейчас еще чуть-чуть пройдусь вдоль канала, посмотрю сюрпризы. Потом пойду уже на ангар, как и обещал. Здесь подтоплено тоже. Канала, не знаю, канала, не канала. Проходная она, нет. Вроде да. Вроде да. Почти по колено только. Мелкая, короче.
тут была тоже в свое время территория воинской части. Сейчас как раз до столбов дойду, где было конец этой колючки воинской части бывшей. И в обратку пойду. Фигарит воды. Интересно, построено, не построено там еще что. Бобры не все заделали. Оказывается, вода нашла путь все равно. И через бобриную плотину. Здесь она стекала. Если бы не стекала здесь, там бы вообще она поднялась. Фиг знает насколько. Тут, кстати, дорога была. Вот она. Вот это была дорога. Вон, видите, колея чуть-чуть видна. За деревья вон какие вымахали. Пойду по дороге. Вон еще какого-то зверюгу загрызли. Вон кости остались. Вторая часть челюсти валяется. Ну, больше бобров не видно. Следы их деятельности, вернее. До сюда они не доползли. Хотя нет, вон видно. Деревце одно погрызано. Вон там дерево погрызано. Только сорока где-то орёт, и полная тишина. Сейчас, как это найти-то тебе? Блин, затопило конкретно. Попробую пройти прям так вот. Прям не обходя попробую пройти. По воде. Блин, только здесь теперь как канал определить. Где канал, а где нет. Нет, тут просто озеро одно. Сплошное озеро. Да. Так, дерево скользкое, капец. Тут нормально. Такое вот озеро.
Значит, где-то еще построили там дальше. Так, ну канал, наверное, вот это. Я так понимаю. Ну да. Вот это канал. Там левый берег. Ну и где-то тут правый. Где-то тут. Ну, вон и берег видно уже. Да. Вот так вот я прогулялся сегодня. Прогулочка. Ну вот и берег. Вот и берег. Скоро уже колючка будет. Ну и пойду обратно. Ну вот и колючка. Был край в воинской части. Он прям в этом, в канале стоит один столб. Тихо, тут спокойно, вообще красота. Если бы еще в это камера не чудила, звуки не издавала бы. Красота. Кстати, это отражение в воде. Ну все, в столбике проверил. Пойду назад в ангар. Сейчас только грабли свои заберу. Чуть не упал. Черт, за ветку зацепился.
Заодно и умылся. Ну все, выбрался на берег с одним падением в воду, черпанул чуть-чуть, вот до коленки мокрая, ну и до локтя, и перчатка, естественно. Сейчас до дамбы дойду и пойду на ангар. Бобров там больше не было. Вот, подошел почти к плотине, вон она там вдалеке. Вон пена пузырится. Ну и уже звук слышно сильно. Такой поток здесь. Поток воды. Пить охота. Воды не взял. В принципе, специально не взял. Чтобы быстрее это сделать. Опять вода. Вот он мой водопадик. Да, я очень удивился, если бы бобры бы уже бы построили его заново. Вон сколько пены. Течет, пусть течет. Ладно, иду на ангар, как обещал. Покажу ангар. Опять вот тут столбики, такие с колючкой. Ой, блин, опять чуть не упал. Называется лень ноги поднять. Думаю, сломаю ветку. Не тут-то было. Вот тоже дорога когда-то была. Когда-то была дорога. Пойду здесь. Ну вот он, и ангарчик. Почти я здесь. Почти на месте. Какой-то колодец тут. Или что? Из него уже елка растет.
Вот он. Вот и ангар. Вот такой вот ангарчик. Вон там какой-то. Еще колодец какой-то. Да, сюда закинь кого-нибудь. Фиг найдешь. Еще колодец. Там трубы выходят. Там сейчас фонарики вытащу. Пойдемте посмотрим. Пойдем посмотрим, что внутри. Здесь такой вход есть. Два даже входа. Вот один здесь, а другой он там сверху за елочкой. Ну вот так вот здесь. На этом ангаре. Там дыра сверху такая. Комнатки всякие. Бабочки заново ночевку улеглись. Вообще живая, в смысле. Не спит. А тут их он дохлых много валяется. Ну это походу это ласточки их едят. Потому что во многих ангарах одни крылья и там ласточки на гнезда. Ну тут хранились всякие противогазы, перчатки, какое-то еление написано. Стена уже сломлена. А, ну это на второй этаж просто. Ну а тут завал вот такой, обвалилось все. Тут толчок был. Это я как-то это положил года три назад, так оно и лежит.
Ну вот здесь так вот. Вот второй этаж. Когда земля уже насыпалась. Вон фильтр воздушный. Такой вот. Вот такой фильтр был. На все трубы вставлялся. Да, тут если просветит, и кто найдет. В принципе, находить нечего будет. Он даже кости вытаскивает. Так, где мы остановимся? Ну все, ангар показал. Сейчас в машине пойду. Но пойду новой дорогой, просто через лес так вот. Чисто на юг, кстати, на компас достать. Что там будет, фиг его знает. Как говорится, не ищем легких путей. Я только грабли заберу. И все. Грязный, мокрый, блин. Как черт. Еще не все. Я еще наверх залезу. Еще вид сверху покажу. Ну вот он ведь сверху. Вот оттуда я приперся. Вон колодец стоит. Тут какие-то, не знаю для чего. У нас башенки наблюдательные были. Потому что вот эти фильтры только вот в этом ангаре. Может их украли в тех? И там чисто эти стояли ракеты. На прицепах, ну, машины прицепленные к ракетам. А тут видно какой-то команды Пукмас был. Или еще что. Вот сейчас прямичком в ту сторону и пойду. Куда выйду, не знаю. Там шумит. Моя эта самая плотина. Слыхать отсюда даже. Ладно, спускаюсь. Иду дальше приключения искать. В болоте. Ну вот, я выбрался на дорогу, по которой раньше сюда подъехать можно было, к этому ангару. Ну вот, сейчас по этой дороге пройдусь и поверну направо, прямо вот в эти дебри. Пойду в сторону
сторону ровно на юг. Ну вот, наверное, хватит. Вот эта дорога, по которой я шел. Пойду на юг. В сторону неизвестному болоту. Такая развлекуха под названием «Проберись через болото». Болото. По новым-то местам всегда интересно ходить. Ого, почти по самой неболой воды. Под самой неболой. Вон опять столбики с колючкой. Главное не проколоть ничего. Сапоги. Так. Вот что бы бобрам здесь не жить? Ничего не надо, это самое, за плотины строить, уже заболочено все. Нет, им надо там же. Да, в таких корягах проколоть сапоги вообще легкотня. Ау! Болотце. Болотце, блин. Главное не торопиться. Ого, что-то я не туда куда-то иду. Чуть левее надо взять. Солнца нету, плохо ориентироваться. Ау, блин. Да, занятие такое на любителя. В принципе, со мной 4 человека ходило по одному разику. Брал туристов. Когда-то, блин. Но тогда не столько воды было, конечно. Сейчас ее капец. Вот. Сколько?
Но я сейчас навигатором. Его не забыл. Ну его нафиг. Блин, затянул в болото. Где тут полегче пробраться, блин, камыш прямо в глаза видит. Пробрались. Так. Вон даже ягодки еще есть. Красненькие. Так, сейчас посмотрю, куда опять идти. Заплутать 5 секунд. А, не, идет правильно. Прямичком на юг. Прямичком. Завал деревьев. Сейчас обойду его. Не лазь. Аля. Ай, ё-моё, скользко. Скользко, капец. Так, ну вот, вроде подхожу к месту. Холмик видно. Это, вернее, не холмик, а это насыпь. Там раньше была стартовая площадка. Ракеты запускали. Типа, не знаю, от огня, там, от дыма или от чего-нибудь. Защитная была такая земляная насыпь. Вот она. В принципе, я уже пришел. Сейчас на нее заберусь. Потом спущусь и все. Ау! Черт! Чуть не проткнул. Кое-что. Между ног. Прям прямичком на него сел. Хорошо вот эта горка. Брезентуха. Крепкая. Сколько раз спасала. Во какая уж она. Во. Такой-то холм. Насыпь, вернее. Вот тут, по идее, ракеты пускали. Запускали. Ну все, в принципе. Приключения закончились. Сейчас тут метров 20.
и дорога. Вот эта тропинка есть. Ну вот она дорога, капец, она тут заросла, или это, вон там ангарчик маленький. Блин, тут раньше чисто ведь было, чего тут накидали этих веток. Машины спокойно проезжали, кому надо было. Сейчас какую-то хрень сделаю. Ну вот и все. Вот моя развлекуха на сегодня и закончилась. Плотину разобрал, думал, половину разберу только. На остальное сил не хватит, или это надоест быстро. Но разобрал. Еще ветка. Прямо на дороге. Ну вот этот наш перекресточек, где у нас площадки пинбольные. Вон площадка, уже, собственно говоря. Там машина у меня стоит. Ну вот эти ангары, в которых хранились машины с ракетами. Оттуда их возили, оттуда не стартовали. Когда-то в давние советские времена. Ну вот, все, дошел. Я переодеваюсь. И домой. Всем пока.